алергия, хвороба столетия. Так говорят не только те люди, которые постраждали, а и лекари, которые доводятся лечить тех, То вже захворів. Що ж бути, як нам спрацювати у цьому напрямку і як лікуватися? Саме про це будемо запитувати у Ірини Агафонової, лікаря-алерголога, кандидата медичних наук. Доброго дня, пані Ірино. Насправді Добре. алергія, така страшна хвороба. І про неї не лише говорять, а майже кожен другий страждає на прояви, алергічні. І дуже часто люди плутаються, не знають, що робити з нею, і не знають, як же лікуватися. Так от. Скажите, будь ласка, что на сегодняшний день. На правде так и есть. Дуже багато людей постраждало. Я думаю, что начать нужно с того, что определиться, что же такое аллергия. Так. И если исходить из того, что дословный перевод с греческого это делание по иному, и в основе любой аллергии лежит патология системы иммунитета, она по-разному реагирует, и это обычно повышенная реакция иммунной системы а не ее дефицит. Угу. Поэтому аллергию в принципе может вызвать любое вещество и это может быть и бытовая пыль это могут быть лекарства это могут быть пищевые продукты и э, основ... большее место в этом списке нужно отвести наверное пыльцы растений. Угу. особенно кар карантинным сорнякам. Ну, это все знаем. есть Полы... проблема, Сезон? Да, есть, да, угу. есть проблема. У нас всегда это проблема многолетняя. Это коммунальные службы, которые начинают бороться с, этим, с этой проблемой тогда, когда уже летит пыльца. Угу. И если вот даже представить себе, что у нас не будет пыльцы амброзии и полыни, то куда денется пыльца подсолнуха. Это угу. основная масличная культура Украины, без которой не обходится ни один стол. Так. Поэтому, конечно же, это проблема, которая, которую нужно решать, и решать очень сложно ее. Что касается количества пациентов, которые есть, то... По прогнозам Всемирной организации здравоохранения и по ее определению считается, что 20 век был веком кардиологических mm -hmm. болезней, а 21 век ⁇ это век болезней аллергических. И вы правильно совершенно сказали, что это большая проблема, с которой мы боремся уже очень много лет. Что касается клинических проявлений аллергии. То це зависит от того, как імунна система себя ведет. Это, во а во-вторых, вони можуть бути совершенно різними. І ще раз повторюсь, что алергію може вызвать любое вещество. Ну, дивіться, наприклад, ми зараз живемо так, в такий вік, коли ми і їмо щось, так, щось, імо продуктами, яких дуже багато різних ненатуральних речовин, так, де є, наприклад, пил, Ми дихаємо повітрям всі знаємо, яким. так, П'ємо воду. Тобто, насправді, ми усі можемо бути з проблемами алергічного характеру. Що да. тоді бути, як себе захистити? Чи можемо Конди... ми себе захищати, чи ні? Це, ще раз повторюсь, це залежить від організму, одні. болеют аллергическими заболеваниями, а другие нет. От чего это зависит? Наверное, это зависит от генетики, и это зависит от работы иммунной системы. Проявляться, иммунная, проявляться аллергия на любое вещество может совершенно по-разному. У одного это будет аллергический ренит, угу. у другого это может быть бронхиальная астма, у третьего это могут быть кожные какие-то проявления. Поэтому я... Считаю, что правильнее будет сказать нашим, нашему населению, что не нужно лечить аллергию самостоятельно. Потому что когда человек приходит уже к доктору, когда он уже испробовал все и много испробовал препаратов самых разнообразных, когда он приходит в аптеку, и Просит, дайте мне что-нибудь, у меня аллергия. Uh -huh. Ну, естественно, он что-нибудь и получает. Потому что известные препараты, которые используются при аллергических заболеваниях, но ну, это же не совсем так. Это не совсем правильно. И, наверное, все-таки не надо лечить аллергию взагали. Uh -huh. Есть различные проявления, и эти проявления лечатся по-разному. Больные бронхиальные астмы принимают препараты, которые разрешены протоколами международными, там описано, как нужно лечить. И когда человек приходит уже, скажем так, пролеченный самостоятельно или с помощью каких-то советов, <Universe> очень часто очень vocal. часто доктор-аллерголог на приеме не может понять, что это за аллергия, как она проявляется, как она себя ведет, и не может это уточнить и проверить сам генез аллергии, что же ее проявляет. <mzul heures> Пани Ирина, скажите, пожалуйста, вот самое вызначение аллергии, на что у вас аллергия, и вот самое складание тех анализов, которые вам необходимы, это, говорят, очень долгая процедура, там есть очень большой перерыв, Тих алергенів, на які вам потрібно здати кров чи там що. Чи да, конечно, да, конечно. Як це відбувається, конечно. як взагалі людині, яка вже захворіла на алергію, зробити правильно усе для того, щоб потім лікар не мав проблем з її лікуванням? Для начала нужно прийти к доктору и проконсультироваться, аллергия ли это. Потому что если у человека есть какие-то кожные проявления, они могут быть и не связаны с аллергией. Угу. Поэтому нужно удостовериться в том, что это действительно аллергия, а уже доктор-аллерголог скажет конкретно, что нужно обследовать и какие нужно и кровь, и кожные тесты провести. Сейчас у нас на Украине даже вот ну, уже больше десяти лет существует так называемое скрининговое тестирование которое может показать это аллергия или не аллергия uh -huh. доктор не может сказать конкретно на что именно потому что в каждой тесте несколько содержится аллергенов Uh -huh. То есть несколько веществ. Поэтому нельзя сказать, на что именно, но хотя бы определиться. Ну вот, допустим, в нашем регионе большая часть пациентов, страдающих от пыльцы, это пыльца амброзии, полыни, лебеды, циклохены. Uh -huh. Поэтому для того, чтобы определиться с тем, что это за какая аллергия, нужно понимать, на что она. Uh -huh. И как она проявляется? И если человек приходит э, в обострении, доктор не может сказать, ну, это или нет. Вот скажите, пожалуйста, говорят, что позднее, там же, когда весна, например, там лето, или осень, то уже поздно, то уже такая стадия будет в человека, когда она деле уже может хворить. А зараз в зимку есть? Есть? Ему Есть, есть, конечно же. И обязательно нужно, вот, если сам человек предполагает, что у него аллергия на пыльцу, он должен именно сейчас прийти к аллергологу, когда межсезонье, mm -hmm. когда нет еще пыльцы в воздухе, и доктор даст исчерпывающие рекомендации как по лечению, так и по диете, так и по ведению. Пациенты с аллергией на бытовую пыль, обязательно придя к доктору, и доктор выяснит этот момент, он обязательно подскажет, а что должно быть дома. Угу. Нужны ли ковровые покрытия? Можно ли держать каких-то домашних животных такому пациенту? Поэтому если есть люди, у которых есть очень высокая степень выраженности аллергии на корм для рыбок, угу. казалось бы, в дошкольных учреждениях, это является одним из элементов обучения рибки, ну, це ж дуже добре. Звісно, і ребенка ухаживая за рибками, дуже сильно може алергізовуватися вот вот кормом, который який для риб. Так, насправді дуже багато тут всього є. Але от зараз теж така нагальна проблема, коли у людей на холод можуть бути реакції шкірні. И много кто говорит, у меня аллергия на холод. Чи это вообще правильно, такий есть такой термин? И, и что делать потом с, с, с тем, что у вас уже есть на шкірі, например? Аллергия на холод не бывает. Не бывает. Как угу. я уже говорила, это могут быть клинические проявления крапивницы, но причина не аллергическая. Потому что аллергия может возникнуть на вещество ни холод, ни тепло, ни солнечное излучение, ни радиация, ни ветер не являются веществом, поэтому в аллергию они вызвать не могут. Но проблема такая существует. Безусловно. Это м, относится, опять-таки, к категории, либо это иммунная патология, и называется это заболевание иммунозависимая криопатия, или это м, неиммунная система виновата в этом. Лечение совершенно разное, и если угу. мы иммунную систему можем как-то корректировать, то как убрать холод, если это не аллергического характера. Бачте, а, треба точно Значит, знаки. -то, вы, конечно, вы, вы конечно, 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 конечно. Поэтому обязательно нужно обращаться к врачам-специалистам, которые могут это уточнить и сказать, это аллергическая реакция или неаллергическая. А... И лечение, естественно, конечно же, будет разным. Господин Ирина, ну вот на ваш погляд, достать у нас зараз тех фахівців, которые могут точно вылекувать вас вид аллергии, и сколько для этого треба часу? К сожалению, много времени для этого нужно. Потому что лечение аллергии, аллергию можно вылечить быстро, без проблем тогда, когда можно убрать аллерген. Угу. Ну, если, мы, если, мы, если мы, ну если мы, мы допустим, можем позабирать. убрать убрать эпидермальные аллергены, то есть это шерсть эпидермис животных, слюна, которую они вылизывают в себя и это высыхает, и это угу. что же находится в воздухе, которым мы дышим, и дышит пациент этим. Поэтому расстаться с любимым животным нужно, Но если человек, человек болеет. Поэтому это очень важно. И специалистов у нас таких в нашей области много. У нас создан центр городской, где объединены служба и педиатрическая, и терапевтическая, то есть занимаются лечением аллергических заболеваний и взрослых, и деток. Причем это очень важный момент. Почему? Потому что находясь в одном пространстве... Ребенок же растет, угу. и он сегодня он еще ребенок, а завтра он уже перешел во взрослую службу. И контакт между врачами и вот эта преемственность, которая возникает, вот нужна, важна для лечения больного аллергическим заболеванием. Я считаю, что это очень правильно, очень очень своевременно и очень хорошо. У нас много грамотных э, специалистов, которые аллергологов, которые э, имеют э, и большой стаж работы и ученые степени для того, чтобы лечить больных аллергическими Пані Ирина, заболеваниями. Ну вот, я еще хотела запитать вас, вот, например, есть такая методика лечения. Например, у вас аллергия на пылок, то вам вводят э, дуже маленькими дозами той пылок, ось и как то иммунная система Починає Применно. постійно е, пристосовуватись до цього пилку, і ви таким чином за декілька років можете позбутись проблеми. Ну і тут знаєте, як ще, ще момент. Не всі е, можуть прийняти е, те, що вам е, в ваше тіло може потрапляти цей пилок і, і ще й таким способом, так через кров там чи як, тобто. Цей момент такой. Это это э, это вопрос, э, ну, наверное, правильный, но ведь э, вводя аллерген маленькими дозами, это было еще в, в начале 20 века, э, определил э, ученые, определили, что иммунная система таких пациентов на вот это лечение, на этот на эту пыльцу, которая вызывает аллергическую реакцию, вводя дробно этот аллерген, идет наработка защитных антител, блокирующих антител. И поэтому, чем пациент дольше будет проводить такое лечение, тем больше есть э, шанс, веро... шанс mm -hmm. того, да, что мы наработаем достаточное количество этих антител, и пациент не будет так реагировать. Поэтому это не совсем правильное мнение, что мы, если есть аллергия на пыльцу, а мы еще и пыльцу вводим, то мы вроде бы как добавляем аллергию. Это не совсем так. Але ж можливо комусь підходить такий метод лікування, а комусь ні? Чи є альтернатива, чи є ще інші розроблені методики? Є такі методики е хіміотерапевтичні. Методы. Это же... То есть это лекарственными препаратами. Uh -huh. Uh -huh. Но лекарственные препараты, конечно, ими, они, во-первых, они дорого все стоят. Во-вторых, пациент должен понимать, что он, что он делает. Потому что вот я же говорю, что вот, приходит человек в аптеку и говорит, дайте мне, пожалуйста, от аллергии препарат. Ему дают препарат. Он его принимает, а... Реакции на это положительной реакции нет. Почему нет? Но ему просто не подходят такие препараты, Ему Снутри не, не приятно. Подходит... Совершен... Совершенно, совершенно, не совершенно аптеку, правильно, так. ему не подходит этот препарат. И это, поскольку иммунная система у нас находится в основе любой аллергии, как бы она себя ни вела, то э, нужно определиться с тем, э, какой препарат подходит. Для этого и существуют врачи аллергологи, которые это подскажут. Угу. Есть еще один момент Это касается не пыльцевой аллергии Не бытовой, допустим Медикаментозная аллергия угу. Это же ни для кого не секрет Когда пациент чем-то болеет Он приходит, он не идет к врачу Он идет в аптеку И говорит, у меня грипп Дайте, гриппу. Дайте от гриппа угу. И он принимает А может, поможет ему этот препарат Можно ли ему этот препарат применять Он не знает он надеется на то, что ему все это дело поможет, а оказывается совсем, что это не так, и могут возникать на лекарства очень тяжелые аллергические реакции. Поэтому в каких такие, выпадках... пациенты, такие пациенты сейчас, извините, они э, нуждаются в госпитализации в аллергологические отделения для того, чтобы доктор, во-первых, купировал эту реакцию, она бывает очень тяжелая, вплоть до анафилактического шока. Поэтому ну, я настаиваю, страшно. настаиваю на том, чтобы пациенты обращались все-таки к врачам. Пані Ірино, ну от я хотіла ще е, теж додати до того, що ви кажете, в яких випадках ще потрібно звертатися до е, швидкої вже до виклику швидкої, бо насправді е, люди можуть розуміти, що в них алергія, і можуть і задихатися, і може бути будь-що, а йдуть же в аптеку. Так а в таких випадках це не можна цього робити. Я хотіла, щоб ви ще е, наголосили на тому, в яких же випадках потрібно робити саме так. Каких выпадков? Если у человека либо генерализованная аллергическая реакция... Чаще всего это проявляется кожными высыпаниями, вот генерализованная крапивница, или возникает отек типа квинки, так называется. Ну, пациенты уже, люди это все mm -hmm. знают. И м, отек квинки ⁇ это когда отекают губы, веки, это внешние признаки. Но ведь этот отек может быть и в гортане, а там это будет мешать дыханию. И такие пациенты очень могут, рискуют вообще mm -hmm. жизнью своей потому что скорая помощь может не успеть доехать, пока человек решится на что-либо. Поэтому я считаю, еще раз говорю, что очень важный момент ⁇ это не лечиться самому. Нужно обращаться к врачам-специалистам, которые подскажут как поступить в той или иной ситуации. Ну а если уже такая ситуация возникла, может же быть больные, допустим, аллергики, у которых есть бронхиальная астма и сопутствующая, предположим, кардиологическая патология. Кардиологи применяют препараты, которые могут привести к ухудшению бронхиальной астмы. Поэтому, наверное, такой тандем работы аллерголога и кардиолога тоже очень важен и тоже необходим. Поэтому вот в таких ситуациях, конечно, идет, обращаются пациенты в скорую помощь для того, чтобы купировать вот это острое состояние. Ну а дальше уже нужно будет обязательно обращаться к врачам-специалистам. И, наверное, все-таки должны работать вместе. Так. І карди... ну, приміру, і кардіологи, і алергологи. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Насправді не хотілось б на цій ноті завершувати нашу програму. Хочеться на позитиві. Хочеться сказати про те, що алергія зараз лікується. Так лікується. є усі методи для того, щоб лікується. вилікувати да. вас. Можливо, це буде довше, ніж ви собі думали. Не за день, не за два. Може й не за рік. Але ж це можна зробити. я дуже вдячна вам, що ви можна це зробити, розповіли і про це, це потрібно робити. Так, потрібно робити обов'язково. А хочеться вам побажати здоров'я, гарних вихідних. А ми зустрінемось з вами вже наступного тижня. До побачення.